Здорово, Нир, какие танки для рангов можно взять? Т-29, Тигр первый. Хороший танк. Ну, что-то, где много брони и много хп. Короче, бери. АМХ, М4, 45. Например, хороший танк. Будет. Точно. Да, я еду, братик мой. Да, я еду, дорогой. Я не понимаю, нахуй ты вообще на СТ-шке здесь стоишь? Ну, типа, есть куда-нибудь делись. Зачем ты забираешь такую позицию на среднем танке? Это же дурость. Какой-то дураковатый, на самом деле, мужик. На Леоне. Так, поехали. Подожди, ты во взводе с кем? С краном? Почему кран играет, ты стоишь? Странно. Совсем понятно мне. Ну ладно. Крана задушил одним выстрелом. Надо в третью линию переехать. О, там 62-ка. Придется драться в лоб. Неприятность туёвина. Ладно. Надо переехать. Все равно дупля не ловит этот тип. Как будто он не особо сильно соображает. Или вообще в целом с мозгом дружит. Ему вообще похуй. Какой-то реально долбоёб. На 780-м мне даже стыдно по нему, блядь, стрелять. Если честно. Ко мне тип приехал. О, тебя жестко задушили, да, бро? Наверное, неприятно было. Я убиваю. Надо хлопы насыпать. Да, я понимаю. Но я пытаюсь помочь. Да, больно концепт. Да. Да блять, я застрял. Неприятно вышел. Сраная ФВшка. Вместо того, чтобы по ней помогать, она какую-то хуйню занимается. Концепт. На горку заехал. ФВшка. Не, наверное, так не будем наглеть.
Концепт на гору может заехать, интересно. В теории, да. Концепт тут был. Ну, слишком читаемо на самом деле. Он играет, этот концепт. Он думал, что его никто не будет целить, он горку сможет забрать. Но это в целом, это был логичный мув с его стороны, и из-за того, что он был слишком логичный, я его прочитал. Ну, короче, да. Такие чуваки легко читаются. А вот такие не читаются. Но все равно плохая ситуация. У меня есть ББшки. Тут центуха. Ага, центуха здесь. Дал сосалку молодому. А ты целишь, да, низ? Или не целишь? Ко мне в спину могут заехать или не могут? Какие опции есть? Подъехать в центр, законтролить ФВ? Логично? Выглядит логично. Но меня арта ебанет. Поэтому выглядит логично. Не, не логично. Надо фуга заряжать. Там кран стоит, ФВХ не распикает. Не, хуйня полная. Это действие тупое. Это действие тупое, тупое действие. Какое действие умное будет? Куда он стоит контролить? Я не могу понять. Ягу убили. Если ягу убили, я, значит, не могу находиться на третьей линии, потому что Е4 может заехать туда. Что я могу сделать? Я могу на гору заехать? Я могу на гору заехать. Точно. Я могу на гору заехать. Ебать, это мув хороший. Или я могу просто встать возле крана. Мне надо будет подсвечивать. Е4 по-любому сейчас поедет снизу. Хорошо. Ладно, будем, короче, базовой логикой пользоваться, что Е4 долбоеб, который выйдет из третьей линии. И, скорее всего, он широкую на широкую возьмет. Поэтому мы просто зацелим его сбоку. Вопрос, хватит ли мне пробития, чтобы его в борт ебануть. Ну, базовая логика работает. И пробитие тоже сработало, но отчасти. Найс. Убил. Так, теперь надо подумать немножко головой. Самое лучшее, что я могу здесь сделать, это поехать на гору. Объективно говоря. Но другой вопрос, меня засветит, пока я буду подниматься на гору или нет? Возможно, да. А может и нет. Надо подумать. Но в любом случае, скорее всего, гора — это лучший вариант для меня. Одна арта я видел, где стоит. Вторую арту я не видел. ФВшка на ББшку. Наверное, лучше ББшку зарядить. Или фугас. Наверное, лучше ББшку. Распик откуда делать? С этой стороны? Наверное, да. По-любому за маяк поедет ФВ у них. Вон она. Хорошо.
Блять, больно дал. Слишком больно въебал мне. Нет. Фу, спасибо, яйца. Слава яйцам. Так. Какие опции? Пизда мне. Хорошо. Одна арта, я помню, где она была. Хорошо. Ну. Повезло, что два артовода размотали фуловую бабаху. Но я бы ее все равно, скорее всего, убил. У нее было 1850 хп. Поэтому, скорее всего, я бы все равно ее зарезал. Другой вопрос, что мне нужно найти артовода. Я видел, где он был, но вопрос, могу ли я его высветить. Охуеть можно. Сейчас бы артовод в 2148 году не пробить. Окей, happy end. Ту-ру-ту-ру-ту. Вот видишь, а не бухал бы, как бельчонок, дал бы 10к. Согласен. Слушай, ну, я растащил хороший бой. Ну, прикинь, я артовод танканул фугас. Это жесть была. Вот, сегодня, значит, стрим прошел не зря. Поставили мы два рекорда.